Хей, йога, сумишмики, и сегодня мы поиграем в игру. Так, сейчас надо настроить аудио. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Disc Room. Графикс. Так, включено. Кровь красная. Готово визуал. Тут есть... показать цели. Таймер выключен. Шейдеры, кровь, чтение комикса. Слева направо. Часовой, темнота красная. А тут еще есть какая-то темнота? Фиолетовая, синяя, зеленая, красная. Ну, пускай будет красная. Ладненько, поехали. 2089 год на орбите Юпитера. Обнаружен гигантский диск. Исследовать его отправляется международная группа ученых. Это мы из корабля типа вылазим? О, смотрите, анимированная вон. Так, к стрелочке это бегать. Что? Мне нужно прожить минуту. Вау, тихо. Ага. То есть... Погибните от дисков различных видов. 4. Это чтобы пройти дальше. А могу, допустим, я остаться только здесь. А, смотрите. Это какие диски, да, у нас вообще есть? Эти блоки оборудованы какой-то системой защиты. Острые диски повсюду. Ха, прикольно, подождите. Тут есть сложность. Скорость игры 100%, сложность целей. Ну, пускай будет все на сотку, почему бы нет. А, то есть там я не могу, да, начать? Ну, 5 секунд я прожил, погибните от дисков различных видов. Блин, да чего я здесь остаться не могу? Прожить 10 секунд. Но видите, рекордсмены долго жили. Типа, ну здесь мне, в принципе, не обязательно долго проживать, так ведь? Я лучше погибну от диска, чтобы в конце почитать про него. Стенной диск. Диски на стенах, похожие блоки и шлюзы, реагируют на каждую мою смерть. О, я могу все-таки здесь начать. Ну тут видите, вот новые, то есть написано, какой диск еще не изучен. Все, я могу здесь начинать. Сразу будем смотреть и на диски. Так, приходится совмещать бег на
волосок от смерти с постоянным наблюдением и прогнозированием, если бы только у меня было побольше времени. Дискография. 64 диска всего, а блоков 57. Прогресс 4%. Погибнуть от дисков различных видов. Прожить 10 секунд. Ну, давайте я 10 секунд проживу, и потом я сдохну от... Оу! Так, новая сила, рывок. А, нифига себе. Блин, а тут различные, вы видите, я могу куда угодно идти. Блин, ладно. Так, прожить 5 секунд. Проживите в целом 90 секунд в данной... в данном секторе. Бегущий по лезвию. Это, походу, босс. Или по нет. Ну ладно. Но я прожил, нет? Так, ну я здесь был или... А, да, это там тоже был. Давайте сюда попробуем. О, нифига себе. Какие лезвия. О, нифига, новый диск. Я хочу об него сдохнуть. Золотой диск. Пожалуйста, лети быстрее ко мне. Я должен изучить этот диск. Где золотой диск? Сука. Хочу золотой диск. Ладно, пофиг, я думаю, потом с ним встретимся. Проживите 10 секунд, проживите или меньше. О, новый этот. Проживите 0 или меньше. В смысле, а как? Я не понимаю, как мне вниз попасть. Как мне вниз попасть? Проживите 0 секунд или меньше.
Что-то я нихера не понял. Как это понимать? 0 секунд или меньше? Как я могу суициднуться? Ладно, пофиг. Так, погибните от дисков различных видов. 15 штук. Тут 2 новых диска будет. Но эти все... Вау. Ух ты. А, это и есть новый вид. Деактивируйте Еблокератор. 4. 3 новых диска. Эти по боссу? Я жду новые диски, я уничтожу это робота. Походу, мне нужно просто количество яиц собрать. Стоп, я хочу назад. Текущая игра будет завершена. А, то есть я уже прошел, считайте. Первый уровень. Ну, это был первый босс, оказывается. Правильно я понял? Да. Я правильно понял. А, так вот можно сдохнуть. А ну-ка, подожди. А как мне еще быстрее уметь сдохнуть? Я не понимаю, как еще можно быстрее. Как мне попасть еще ниже? Короче, фиг его. Так, здесь нужен новый диск. Здесь я еще не завершил, да? Ладно, давайте на золотой диск. Ну там я в ловушке был. То есть я могу через лезвие пробегать. Все. Лезвие получено. Что значит золотой сегмент? А, да, смотрите, прикол.
если так, то я могу просто прыгать, да и все. Проживите 0 секунд. Блокада. Так, диск-блок. Шевелись. Близкие контакты. Нарезка. Броневой блокировщик. Как раз здесь мне нужно получить и здесь босса. Да? Как сюда попасть? Проживите 0 секунд или меньше. Как можно прожить меньше 0 секунд? Так, подождите, может есть... настройки, оно управление. Как быстро сдохнуть? Подтвердить. Назад. Пауза. Меню левы. Перемещение. Страница счета. Нету. Фиг знает. Может и есть какая-то кнопка быстрого сдоха. Так, ладно, погнали к боссу. Сюда. Когда начнется вот так пуляться, надо... Я не понимаю, где еще секретный? Где секретный диск? Может, когда он взорвается? Можно попробовать. Вот, походу, когда оно таким становится. Все, да. Ау. Да ну возьми ж ты. Ладно, я все равно могу пройти дальше, да? Давайте мы в какую-то тихую комнату зайдем. Почему некоторые посты золотые, а некоторые нет? Тоже вопрос. Ладно. Сплинтер. Этот диск будет изменить... Будто изменил меня. На молекулярном уровне, и теперь я могу существовать как в физической форме, так и вне ее. Почему эти блоки предписывают мне выжить? Проводник. Я начинаю чувствовать, что я здесь скорее подопытный кролик, чем вторженец. Почему блоки раз за разом оживляют меня после смерти? Делитель. Все еще никаких следов жизни. Однако, некоторые из дисков явно демонстрируют более сложные поведения... паттерны. Частицы. Кажется, они
непрекращающийся цикл смертей начинает меня напрягать. Блоки и диски сливаются в одно алое пятно. Броневой блокиратор. Похоже, что это чудовищный диск, тут что-то вроде стража. Его функция явно тесно связана с золотыми сферами. Броневые останки. Не знаю, к чему дело, но меня недолитно тянет к этим золотым сферам, чтобы они ждала меня дальше в этом аду, и я смотрю в будущее почти с надеждой. Снаряд. Я ловлю себя на том, что уже не пытаюсь изучать диски, просто убегаю от них. Золотой мегадиск. Золотые диски, неподвижная поверхность омута. В глубине некоторые уже выскальзывают, опасная догадка. Всколыхнула. Подожди. Неподвижная сила омута. В глубине некоторого... уже воск... ну блин, типа золотая версия, то есть создана человеком, да, получается? Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. А испытание, что за испытание? Хотите проверить себя на прочность? Пройдите игру с экстра условием. Пройти за 15 минут. С общим количеством смерти не больше 30. Мне уже 49. На скорость 200%. Разблокировать только одну силу. Ни разу не умеряв в первые 10 секунд. Погибнуто дисков меньше 12 типов. Пройдите каждый блок не более одного раза. Не умерев дважды от одного и того же типа диска. Ну ладно, плевать. Тогда мы с вами на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И мы с вами продолжим уже, как я понял, это джунгли территория. Поэтому всем пока.